Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале «Китай стал ближе». Всем привет, дорогие друзья! Сегодня воскресенье, а это значит, что сегодня у нас пройдет очередной конкурс. Очередной конкурс, и подарком сегодня будет у нас вот такая вот 3D-лампа, точнее 3D-ночник, или как он там правильно называется, я не знаю. Но довольно-таки оригинальный, хороший подарок. Этот подарок посоветовал мне один из моих подписчиков под ником Песочный Человек, за это ему огромное спасибо. Итак, будет у нас вот такие вот светильнички разыгрываться, то есть победитель выиграет любой из этих светильников, и мы закажем ему, они вот тут разнообразные, их 8 видов, 8 разных светильников, победитель может выбрать любой из этих светильников, и как всегда второе и третье место у нас будет 100 и 50 рублей, победитель второй возьмет 100 рублей, победитель третий возьмет 50 рублей. Для участия в конкурсе что нужно? Посмотреть это видео, вот, которое сейчас вы смотрите. Оставить положительный комментарий, поставить лайк, заполнить вот такую вот форму. Форма простая, самая простая форма. Вот такая вот форма. Быть подписанным на группу ВК «Китай стал ближе», распаковка посылок с «Китай стал ближе». И подписанным быть на мой канал. То есть, давайте, я тут, наверное, всех запутал. Первое, что надо сделать, заполнить Google форму. Второе, подписаться на группу ВКонтакте. Третье, подписанным быть на мой канал. И четвертое, поставить лайк и комментарий под этим видео. Ну вот и все. И как всегда будет три приза. Значит, вот такой вот прекрасный ночничок, светильничек 3D. Второе место 100 рублей. И третье место 50 рублей. Участвуйте, дерзайте. Всем желаю удачи, успехов, оставляйте комментарии, пишите, всем отвечу. Ждем следующего воскресенья. В следующее воскресенье мы подведем итоги конкурса, а также в понедельник или в среду будет обзор телефона Кубот. Пришла также камера, будем распаковывать камеру и доделаем формикарий. Ну все, всем пока, до понедельника. Удачной вам рабочей недели и хороших сегодня выходных.